гигабитный медиаконвертер сигнала. В этом видео поговорим о медиаконвертере TP-Link MC210CS. В комплект поставки входит само устройство, блок питания и документация. Итак, перед нами небольшая металлическая коробка с портами для подключения одномодового оптоволоконного кабеля, интернет-кабеля и светодиодами для индикации состояния сети. Данный прибор используется для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля святой парой и наоборот. При передаче и получении данных он работает на длине волны 1310 нанометров и относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер при осуществлении передачи с максимальной скоростью. Среди других функций медиаконвертера можно отметить возможность его использования в качестве независимого устройства или вместе со специальным шасси. Медиаконвертер позволяет увеличивать протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 15 км. При этом скорость в полнодуплексном режиме для обоих портов TX и FX составит гигабит в секунду. Таким образом, перед нами устройство, просто необходимое при прокладке высокоскоростной проводной сети, достаточно простое в использовании и установке.